В 2018 году, если организация зарегистрирована, вообще изначальная цель это помощь ластоногим была, но в итоге мы начали заниматься всеми животными. И для нас это опасно, то есть если у нас мы не организуем нормальное место, у нас норка если сбежит, она может подрушить дофиг постояльцев. Поэтому мы не сильно радуемся, когда нам звонят, что норка попала в виду. Вот, но он прислал фотографию, оказалось, что это маленький ведрёнок, где-то там полтора месяца ей было, она весила 200 кг, когда мы его потом взвесили и забрали. Ну, на данный момент у нас есть уже сотрудники штатные, потому что мы не можем существовать только за счет волонтеров, к сожалению. Мы приезжаем по воскресеньям волонтерить, потому что мы чувствуем за собой ответственность, что природа – это наше общее, и мы должны помогать реабилитировать этих птиц и животных, не бросать их в беде, потому что только человек способен осознанно помогать. Птицы сами себе не помогут. Мы имеем такую возможность, у нас есть руки, ноги, голова и, в принципе, то, что в наших силах, мы стараемся для биосферы делать.